Мы с вами познакомились в 2015 году. Я очень рад и горжусь тем, что Бельский баскетбольный клуб «Баска» с 2016 года каждый год занимал не просто призовые места, а с 2016 года мы были постоянно чемпионами страны, обладателями кубка. Если мне не изменяет память, только, по-моему, в 20-м или 19-м один раз заняли второе место, всегда были на лидирующих позициях. Значит, благодаря вам, Инобельскому клубу, значит, за вами потянулись школьники, которые также начали приносить хорошие результаты. 2021 год стал особенным для бельского спорта благодаря вам, потому что в этом году впервые в истории бельский клуб «Баска» стал чемпионом страны, обладателем кубка и суперкубка. Ребят, я вас поздравляю с тем, что благодаря вам вы на уровне всей страны показали одну простую вещь, что бельцы рулят. За это вам огромное спасибо от меня, от всех. Также хочу поздравить молодежь. Вас так сложно назвать молодежью, но тут большая часть из вас здоровее уже меня и не выше, они сидят, понимаете? Поэтому, ребят, вас также поздравляю с вашими серьезными успехами, с теми правильными начинаниями. Я так понимаю, вы скоро будете уже догонять старших. Мы все эти годы старались участвовать в жизни баскетбола, как и в целом в жизни спорта «Бельц». Вы знаете прекрасно, что первым спонсором это был мой фонд, когда я начал вам помогать. Потом подключилось муниципальное предприятие объединения рынков. Сейчас вам по возможности оказывать финансовую помощь примария нашего города, потому что меня, к сожалению, на все не хватает. Но важно другое. Важно не кто вам помогал, а важно, что то, что вы несете сегодня, флаг победы, вы привозите неоднократно бельцы. Вы задаете правильную тональность подрастающим детям, потому что я знаю, что ребенок в детстве выбирает для себя тот или иной спорт, когда кто-то влюбляется в звезду баскетбола, кто-то в звезду футбола, кто-то борьбы и так далее. Поэтому вы задаете вот эту правильную тональность для наших детей. Я сделаю все возможное и невозможное. Неважно, должности примара Бельца или других должностей, люди решат. Я сделаю все для того, чтобы развитие спорта в Бельцах продолжалось. Я уверен, что вы еще не раз будете нас радовать победами уже не на национальном уровне, а в том числе и на международном. Поэтому я хотел бы сегодня в преддверии Пасхи поздравить еще раз футбольный клуб «Баска», поздравить баскетболистов нашей бельской школы, весь тренерский состав. Большое вам спасибо, что не бросили свое дело, дело всей своей жизни, в самые трудные времена для нашей страны. Поэтому я хотел бы вручить от себя лично, я думал купить какие-то подарки, но я знаю, что у вас сборы, я знаю, что вы будете готовиться к международным соревнованиям. Ребят, для бельского клуба «Баска» 10 тысяч долларов от меня — это приятно. И для школьников, чтобы вы тоже как бы как-то тянулись, 4 тысячи долларов для вас. Вам успехов, ждем от вас дальше побед. Я очень надеюсь, что ситуация, которая из-за ковида сегодня происходит и у нас в стране, и в мире, нельзя приходить, вы знаете, болельщикам невозможно, ну, не мог город, скажем так, прийти массивно поддержать вас и в играх чемпионат мира, кубок страны. Я надеюсь, что все это пройдет. И мы с вами еще не раз увидимся. Я делаю все возможное, чтобы как можно чаще приходить как болельщику вместо с бельчанами, поддерживать вас и в стране за ее пределами. Поэтому еще раз успехов. Спасибо вам за победу для Бельц.
с благодарностью от всех гречан. Будьте здоровы. Две бельские команды стали чемпионами и призерами вторыми соревнований этих. Я поздравляю вас с победой и желаю вам дальнейших успехов. Со своей стороны я хочу, и с нашей стороны, вернее, мы хотим поблагодарить Геннадия Георгиевича вас. Мы хотим поблагодарить отдел образования, молодежи и спорта лицея Николая Дмитриевича. Мы хотим поблагодарить директора детской спортивной школы Игоря Леонидовича Шарика. Мы хотим поблагодарить нашего главного сподвижника в финансах Александра Мечковского, который нас вытаскивал всегда с дыр. И выразить вам большую благодарность и признательность за вашу поддержку. Без нее нам очень тяжело. Я хочу поздравить наш любимый город, город Бельцы, не только с победой в чемпионате, в кубке и в суперкубке, но с тем великим достижением, которое только что Василий Иванович сказал, впервые в истории. Играли две бельские команды. Также я хочу поздравить баскетбольный клуб «Баскет», так как ему 30 лет в этом году. И это является 30-м юбилейным чемпионатом. Я хочу выразить огромную благодарность от всей плеяды баскетболистов, как младших поколений, так и старших, нашему спортивному мэру Ринату Георгиевичу Усатову. Благодаря вам вы принесли эпоху возрождения в баскетболе, так как до этого Бельцы и баскетбольный клуб «Баска» играл в высшей лиге, но никогда не занимал даже призовых мест. Так что вам огромное спортивное большое спасибо.